Ольга Шелест изменила цвет волос в день рождения автор 24.01.2020. На днях Ольга Шелест отмечала 43-й день рождения. В свойственной себе манере звезда сама поздравила себя с праздником. В честь торжества она поделилась свежим фото и, стоит признать, сумела удивить многих поклонников. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Клиент скорее жив, чем мертв. 43. Благодарю всех, кто взорвал мои мессенджеры, почту, телефоны, соцсети поздравлениями. Как здорово, что вы у меня есть. Пишет под новой публикацией знаменитость. При этом нельзя не отметить довольно необычный вид Ольги. В последнее время поклонники привыкли видеть Шелест в образе блондинки с довольно сдержанным нейтральным макияжем, но сейчас она удивила своих подписчиков. Актриса опубликовала фото с дерзким неординарным макияжем, но, пожалуй, еще большей неожиданностью стал цвет волос Ольги. Из блондинки она превратилась в брюнетку. Поначалу многие решили, что Шелест даже срезала волосы, сделав мальчишескую стрижку, но чуть позже стало очевидно, что она их просто заколола в пучок. К слову, давно известно, что актрисе нравятся эксперименты с внешностью, впрочем, как и ее дочерям. Недавно она делилась рассказом, как ее 4-летняя дочь Айрис начала упрашивать ее сделать стрижку, как у папы. Несколько месяцев Ольга сопротивлялась, но малышка продолжала настаивать, и в итоге звезда сделать под детским напором. В день рождения знаменитости поклонники не поскупились на комплименты: «Я тоже хочу выглядеть так в 43, чтоб я так в 43 выглядела, не скажешь. Ну 30 максимум» и так далее. Также Шелест оставили множество поздравлений. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.